Обсуждалось на рабочем совещании с застройщиками три вопроса. Первый вопрос, касающийся обеспечения и улучшения материальной базы отряда, 6-го отряда ДСНС в городе Одессе. Второй вопрос, размещение амбулаторий, оказание первой медицинской помощи в новых строящихся комплексах. И третий вопрос, размещение на первых этажах пристроенных тоже уже новых жилых комплексах детских садов. Как вы знаете, сегодняшние строительные нормы, утвержденные Министерством регионального развития и строительства, позволяют размещать на первых этажах как амбулатории медицинские, так и детские садики. Собственно говоря, мы с этим посылом обратились к нашим уважаемым застройщикам, вступить, так сказать, в партнерские отношения с городской властью, дать возможность выкупа и размещение данных учреждений в их жилых комплексах. Мы обратимся ко всем застройщикам. На сегодняшний день нами разработана дорожная карта, нами разработаны определенные методические пособия, понимание того, сколько метров нужно, какие должны быть технические характеристики данных нежилых помещений. Мы по итогам сегодняшнего совещания обратимся к застройщикам и, зная их, так сказать, их высокую социальную ответственность, ждем от них встречных предложений и решения данных проблем.